Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить столицы Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки в случае военной конфронтации против КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. Отмечается, что во время новогодней встречи с командирами Корейской народной армии лидер КНДР призвал к дальнейшему обострению заветного меча для защиты безопасности и мира. По словам Ким Чен Ына, если противники пойдут на военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицу врага. Кроме того, лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 год станет расцветом укрепления подготовки к войне. С 2022 года Северная Корея провела более 100 ракетных испытаний, что побудило США и Южную Корею расширить свои совместные военные учения. Отметим, несколько дней ранее издание Reuters писало о том, что Ким Чен Ын приказал военным ускорить подготовку к войне против США. При этом заявление Белого дома отметили, что применение ядерного оружия Северной Кореи станет концом для правящего в этой стране режима.